И снова мы на связи. И снова неугомонные просины с вами. Мы вас приветствуем в Икее Нижний Новгород. Мы YouTube-канал про Икея, и мы знаем про Икею очень-очень много. Дим, скажешь, почему? А потому что я хочу 100 тысяч подписчиков. На самом деле... Я хожу грустно. Мне не подарили на день рождения 100 тысяч подписчиков. Тот грустный голос за кадром по совместительству мой муж и самый, наверное, верный партнер по бизнесу и в жизни. О, благо, Дмитрий. Слова. Я такой первый раз от тебя слышу. Мы вообще о серьезном, о высоком, об искусстве, об арт-коллекции. Это раз. Два. Мы являемся действующей службой доставки товаров IKEA в городе Саранск. Находимся на Большевицкой, 85. И так как мы уже более 11 лет занимаемся доставкой IKEA, волей-неволей мы знаем про нее все и даже больше. И этим опытом делимся с вами. А откуда столько пафоса? Это чтобы новые подписчики понимали, куда они попали. Или чтобы было. Или чтобы было. А сейчас мы шустро разворачиваемся и идем смотреть коллекцию арт-ТВ. То, что мы обещали вам в IKEA Новосибирск, сегодня мы подробно вам расскажем о ограниченной коллекции. А можно сначала расскажу? 21. Расскажу, зачем она нужна. Говори. Говори, голова. Говорю, голова. Голова, кстати, у Украины, да? Голова. Пусть будет так. Типа староста. Суть. В общем, это шестая коллекция Art Event. IKEA периодически ее запускает, и каждый раз новыми дизайнерами. В этот раз было 5 дизайнеров, и фишки были в чем? Чтобы это были полезные вещи для дома, но при этом, чтобы они смотрелись как-то мифически, как-то немного даже таинственно, магически. В общем, что-то должно быть такое совместимое-несовместимое, но при этом, чтобы это не было непонятно что, чтобы вы могли применять это дома. В двух словах я скажу. Это не функциональные предметы, как светильники, так и прочие, да, штуковины. Это дизайнерское. Тут это не для всех. Вот сразу скажу. Многим это не понравится. Но коллекция бомбовая, да. Просто. Я для себя сразу, вот, мы, наверное, с этого предмета и начнем, с фонарика. Да? Я, скорее всего, вот этот возьму, хоть он стоит, блин, 2000 копеек. Так, значит, офигеть. Это... Я подумаю. Коллектив из трех человек Girl Shop из Японии. Забавной замысловатой форме преобразует повседневные предметы. Это фонарик. Это обычный фонарик, светодиодный. Что ты как этот ребенок? Фонарик, состоящий из двух батареек типа 2А. Пузатый, открутите, пожалуйста. А что он так скрипит? Защита от влаги по IP44, ну это, грубо говоря, просто отбрызг. Под водой светить он не будет. Ёшкин кот, как тяжело, когда муж-то умный. Да нет, просто вот, во-первых, она вот резиновая штучка, вот она защищает от влаги, а во-вторых, вот написано. Фокус, то есть ты не умный, ты читать умеешь? Нет, чукча не читатель, чукча писатель. Так, вот батарейка. Две штучки таких батареек. А вообще? Я изначально, прежде чем сделать обзор, думал, это ручка. И она будет как бы на магнитах, чтобы, допустим, прилепить к холодильнику. Uh-huh. И когда необходимо, или когда свет в доме выключит, можно воспользоваться этим фонариком, да? А нифига, это загогулина. Это шестигранник икеевский. Ну да, он... Для мебели. Он как раз идет в серию к этому светильнику. Да, их на самом деле три. Синий, а серого цвета маленький, но он не представлен. Блин, 2000 дорого. А это 4. Ну тут видно, что он как светильник идет. Он, да. Его хорошо поставить на коллакс, на какой-то небольшой шкаф высотой менее 2 метров. Чтобы тут зацепка была, да? Да, тут акцент идет как раз вот сама вот эта часть, вот как раз вот резкий переход. Прям он вообще огонь, фишка. Красиво смотрится. Ну, блин, так, это товарищи капец. Японцы создали. Дальше. Сабин Марселис. Он создал для... Так, вдохновился, во-первых, полотнами Лучо Фонтана. Я хотела отобразить простую концепцию. Это брас светодиодный, металл. Какого-то рабочего света от этого светильника вы не ждите. Но я бы предполагаю, это, наверное, можно поставить это на, бра. На лестничную клетку. Угу. Не в подъезде, соседи. Ну, дома, если у кого есть два этажа, в принципе, можно... Вот... у лестницы поставить, как дополнительное освещение. Смотри, два остальное. Диаметра. Значит, большой 40 сантиметров с розовой подсветкой 4000 и 30 сантиметров с желтой подсветкой 2500.
дизайнерская коллекция. Вспоминаем шляпу Леди Гаги. А я ее взял. А ты ее взял, и она у тебя есть. Она у меня. Дальше. Следующий арт-эвент – это у нас креативный дуэт Hunans Size 1982. Вообще не любят, когда их называют художниками либо дизайнерами. Они представили свое видение того, как может выглядеть современное технологическое устройство дрон в будущем. То есть здесь на самом деле два предмета, но одного нет в нижнем. Настенные украшения Art Event IKEA. Маленький дрон 26 на 35 должен быть. И большой, вот он, 50 на 50, аж за 4000. То есть здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 дрончиков. Когда я увидел первый раз вот эту картину в Новосибирске, я подумал, что IKEA начала выпускать дроны. Серьезно. И малюпусенькие, и большие. Ты же дрон, просто ты хочешь дрон для того, чтобы снимать виды. Все по одной причине, они очень выглядят реалистично. Ну да, как дроны, да? Но они, это, наверное, и есть, просто разного размера. Кстати, рама полностью металлическая. То есть это и картины, и постер одновременно, и предмет интерьера. И если вам дроны надоели, разберите, можете поставить на что-то другое. Но смотрите, очень лаконично. 4000 стоит. Дальше перетекаем. Лимитированная коллекция Art Event Даниэль Аршам. Американский художник. Работает в разных жанрах. И вот создал он, да, IKEA такие часики. А часики стоят 3000 рублей. Это ассоциация движения, полет. То есть двигаться куда-то, да, расти и развиваться. Только я не понимаю, почему движение налево? Это движение налево ассоциация не в будущее, не прямо, не направо. Почему налево? Вот вправо. Ну, обычно все направо. Ну, вот вправо. Вправо – это будущее. Ну, вот, есть, вот, а смотри. А налево – это прошлое. Вот, смотри, вот я стою, да? Ну, я представляю, что это бумага, вот так, по идее, зацепилась за часы, и ветер дует, ну да, в принципе, логично. Вправо? Ну да, вправо дует. Вправо дует, ветер перемен. Все. Дмитрий Юрьевич у нас строительное образование имеет. Хотел бы, наверное, бы дизайнером работал. Смотри, как это красиво выглядит. Вот, скорее всего, за место, наверное, я фонарика возьму вот этот предмет. В наш будущий дом. Как ты думаешь? Мне нравится. Вообще, смотри, коллекция, мы еще не все посмотрели, ребят, коллекция очень красиво упакована. То есть это может быть просто шикарнейшим подарком. Ничего вот, добавлять не надо. Вот этот. Большой. Большой, это вот этот. Ой! Давно на памяти я себе в истории памяти не могу воспроизвести подобные упаковки, чтобы IKEA так же делала. Так, дальше смотрим. Штефан Маркс, художник из Берлина, верит, что его произведения сочетают в себе эмоциональный посыл и бытовую функциональность и принесет радость в дом. Поэтому от него ваза и плед. Плед у нас стоит 2200, 130 на 160. Это прикольно. Раз. И два. Такой тяжеленький, плотненький. И пахнет IKEA. Слушайте, вопрос. 2299. Ты видишь эту цену? Да, давайте я зафиксирую. 2999. Ты видишь эту цену? Подожди. Зафиксировали. IKEA? Кому верить? Вас за яйца могут на кассе взять и сказать, что я вот цену увидел. Продавайте. Да. Так. И... ваза. Все-таки 2999. Хотите лайфхак купить плед подешевле? Вот это сфоткайте, и они не отмотаются. Зачем? Фоткать не надо. Достаточно просто прийти в IKEA Нижний Новгород и приобрести по этой цене. Нет. Вам нужно сфотографировать, чтобы на кассе показать. А может быть, в другом городе цена нормальная? Может быть. Мы не знаем. Так, значит, еще ваза 1799, 25 сантиметров, прозрачное стекло. Полностью в стиль пледа, вот с такими орнаментами. Потому что это прям напаяно, да, такое чувство? Слоем. Блин, вообще. Ручная работа. Во фантазию людей работает как? Я даже до такого не догадался. Что, так можно было? Да. Такая, ребят, коллекция, она на самом деле очень лаконичная, предметов немного. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, всего лишь 10 предметов. Но она настолько самобытная и уникальна, что, ну, хочется что-то, да, оставить как след такой. Потому что имейте в виду, это дизайнерские вещи, и
Со временем они могут быть, конечно, не совсем инвестициями, но ценник может вырасти. Инвестиции. Инвестиции? Поверь мне, вот года через два это будет можно продать ровно в пол раз дороже. Чуть побольше, лет через, чем инфляция. А лет через 10? Да. Еще больше. Вот теперь рекомендую все-таки больше присматриваться к лимитированной коллекции. Не надо все приобретать, все, что представлено, да, сегодня в продаже, да? Выбрать для себя ту небольшую часть изюминку, вот эту, да, вот, не, то необычное, и поселить это в доме. Ну, потому что вот это прям вот реально, вот мне хочется двигаться дальше, мы и так бежим, летим вперед, а мне хочется еще быстрее. Но, с другой стороны, это все-таки, наверное, вот эти коллекции, особенно вот это, да, для творческих людей, скорее всего, которые философские. В предметах могут увидеть что-то иное. Не просто, ну, ваза, ну, да. Смотри, вот я не знаю, для кого как, для меня вот это вот такой вот человечек. Лапки, голова куда-то бежит. Да, и тут под разным ракурсом, если смотреть вазу, тут выплывает даже, если совместить заднюю часть с передней, и получаются разные фигурки. Если смотреть в одной плоскости, вот. Вот. Я, наверное, возьму плед. И фонарик. Ты же часы хотел. А, и часы. Да. Часы, и плед, часы, плед. Часы, и плед, фонарик. И фонарик. Фонарик, часы... я не хочу тебя. Часы, плед, фонарик, в общем, все, что нет, к руке прилипнет. Часы, и плед. Плед очень оригинальный. Я потом в сюжете опубликую, что ты все-таки себе взял. Часы. Ну ладно, посмотрим. Так, друзья, стандартная процедура для Ютуба. Лайк, подписка. Делитесь ваше мнение на этой новой коллекции. Кто взял? А кто взял, то что взял. Совпадают ли наши мысли с вашими, или вы считаете это фигней? Даже, кстати, если вы считаете это фигней, нисколько не расстраивайтесь, потому что, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные, и для кого-то фигня, а для кого-то классная штука. Поэтому... И я буду очень рад дискуссии. Пообщаться. Да, пообщаться по поводу этой темы. Кому что и кто как видит. Прям буду очень рад. Буду прям отвечать долго и часто. Долго и часто. Да. Вот, ну все, мы погнали дальше, а вы не забывайте нас смотреть и подписываться. Почему Дима в самом начале обзора говорил? Мы же с вами подарок-то не сделали, 100 тысяч подписчиков на день рождения. А хотя говорили это реально. Давайте хоть к моему, что ли, к августу. Скажу, какие? Все, погнали. Ну, пойдем дальше.